На теле есть темное пятно, если на нем концентрироваться, то получается образ рыбы. Что это значит и что с этим делать? С юмором, наверное, собираешься ответить, Григорий. Темные пятна, которые на полевом уровне, на уровне медитации можно увидеть, это, как правило, какие-то блоки, которые человек или какая-то грязь, ну, как правило, потому что человек – это светящееся существо, и все его части – это какие-то светящиеся точки. Они могут быть разноцветными, они могут быть белыми, они могут быть иметь другие цвета, которые нет в спектре, они могут обладать еще какими-то качествами, но они не должны быть темными. Если вы видите, что темное, что-то черное – это, как правило, блок или какая-то грязь. Что касается образа рыбы, то человек, родившийся под знаком рыбы, будет видеть во всех частях своего тела программу, которая на полевом уровне может, скажем так, формироваться как образ рыбы. То есть, может быть, видеть образ рыбы, например, если вы питались рыбой убойной пищей, да, то где-то на тонком плане живет существо, вот вы съели рыбу, да, на полевом уровне к вам прикрепилось это существо. То есть вы съели его тело, да, на полевом уровне вы носите его сущность. Поскольку вы съели, вы убили, это пятнышко будет темным. Если вы съедите яблоко, то темного пятна на вас не будет. Если вы съедите, не знаю, ананас, вы съедите огурец, но не имеете в виду не ГМОшный, в котором нет огромного количества химии, то этого никогда не будет. То есть убойная пища, она неестественна, и от нее могут быть такие пятна. Может быть, эта ситуация требует. Нужно просто ситуацию смотреть конкретно. То есть это может быть считанная программа, считанный образ, а это может быть просто сущность рыбы, которая живет на вашем полевой структуре, и вы это заметили. Почему пятнышко темное? Поскольку негативная энергия, связанная с убийством, она записалась это на какой-то части тела. То есть вы включились на точку локализации, она темная, то есть связанная с убийством, увидели образ рыбы, ну это была убитая рыба, либо часть убитой рыбы, но все равно образ рыбы. Ну, надо конкретно смотреть, поскольку существует ситуация и существует реакция человека. Человек не всегда образ соотносит с действительностью. То есть образ иногда остается приближенной к действительности. Но это индивидуальная ситуация. Это, скорее всего, какая-то грязь, либо связанная с рыбой, либо есть какая-то область в вас, то есть образ рыбы, то есть образ программы, который связан, например, с зодиакальным знаком рыбы. У каждого зодиакального знака есть своя программа обучения. То есть, включая любую свою точку, вы можете эту программу считать. Она существует и на печени, она существует и на позвоночнике, она существует на вашем глазу. То есть, это программа. Поскольку все части тела, они реализуют как общий биополевой продукт, они помогают вам осуществлять вашу основную программу, поскольку тело является еще и помощником вам в развитии. То есть, и на каждой части записывается одна из самых важных программ, которые у вас есть. Зодиакальная программа развития. То есть рыба – это программа окончательного переосмысления опыта. Почему образ рыбы? То есть это образ ухода во внутреннее восприятие. Ну, условный образ, конечно. Поэтому, ну, вообще, если конкретно посмотреть, протестировать конкретно человека, может быть, можно еще что-то сказать. Но, как правило, это именно такие ситуации работают. Вообще, это вопрос индивидуальный, нужно, конечно, индивидуально смотреть, что именно какая-то точка. Я думаю, скорее всего, это ситуация.